Бомбы не обнаружены. Экстренные службы, кинологи и силовики проверили школы и больницы Магнитогорска. Сегодня утром в учреждение поступили сообщения о заложенной взрывчатке. Письма пришли по электронной почте. В них было сказано, что бомбы заложены в общественных местах. Здание обследовали. Взрывчатых веществ не обнаружили. Никакой сегодня серьезности эти сообщения за собой не несут. Все проверено, то, что было, нигде ни одно из обращений не подтверждено. Но еще раз подчеркну, что все любые сообщения всегда было, так есть и будет, будут отрабатываться. Массовой эвакуации людей не производили. Больницы и школы работали в обычном режиме. В транспорте, да, слышали, что кинологи работают. Зачем вы едете? Ну, приехали, и вот люди идут. Ничего, все спокойно. Ажиотажа нету, кипиша нет, все тихо, спокойно. Работаем в прежнем режиме, прошли, ничего не обнаружено. Поликлиника работает. Ходим, все проверяем, чтобы ничего не было. Эксперты считают, что установить автора сообщений будет сложно. Их рассылали с помощью защищенного сервиса. Он гарантирует не только полную конфиденциальность, он гарантирует еще и юридическую защиту. И как указано на самом сайте, он подчиняется сугубо бельгийскому законодательству, соответственно, все запросы будут отправляться в Бельгию. Там используется шифрование, причем двухстороннее. Не используют американских центров сертификации, которые используют большинство сайтов вообще мировых. То есть довольно такие ребята закрытые. Но будет очень сложно. Понятное дело, что абсолютной защиты нету, но в данном случае это осложняет поиск автора письма. В администрации города уже заявили, главная цель рассылок – дестабилизировать обстановку и посеять панику среди жителей. Магнитогорцев просят не поддаваться на провокации.